Если объединить усилия властей и местных жителей, можно преобразить любой населенный пункт. Хороший пример – село Луговое. Несколько месяцев назад там появился ТОС. Активисты совместно с администрацией железнодорожного района взялись за благоустройство села. Первым таким вот нашим таким большим звездным делом получилась уборка свалки яда химикатов на территории агропрома «Братаевка». В дальнейшем, по ее окончании, значит, мы убрали еще пару несанкционированных свалок мусора. Добились, что нам поставили остановки, павильоны остановочные. Мы стоим с вами на новом тротуаре. С насущными вопросами справились быстро. Впрочем, на этом работа не заканчивается. Теперь местные жители хотят сделать в Луговом место общественного отдыха. В следующем году у нас будет разбит парк. Это будет место отдыха для жителей. План уже утвержден с администрацией. Мне кажется, жители этого очень ждут. Вы посмотрите, у нас практически вышел каждый член села. Причем место для будущего парка выбрали символичное. Здесь находится памятник герою Советского Союза Михаилу Хваткову. Он родился и вырос в Луговом, ходил в школу, напротив которой и расположится сквер. Мы должны создать великолепный парк, в котором бы мы могли бы разместить такой музей под открытым небом, историю нашего замечательного села. Слава Богу, так сказать, у него действительно история более чем замечательная. Мы должны договориться с вами о том, чтобы уйти от этого сельского не очень комфортного уклада. У нас должно быть современное уличное освещение, у нас должны быть тротуары, у нас должны быть, если хотите, велопешеходные дорожки. Кроме того, как отметил губернатор, в селе необходимо создать учреждение культуры. Также внимание нужно уделить и озеленению территорий. Местные жители инициативу по благоустройству готовы взять в свои руки. Доброй традицией у сельчан стало регулярное проведение субботников.